По доручению президента Беларуси на Гомельщине модернизовали вытворший цех «Коммунар» птушкафабрики предприемства «Беларусьнафта» особенно. Это позволит увеличить могутности по отриманию мяса птушки больше, как удвоя. На урочистой церемонии открытия обновленного объекта побывали наши корреспонденты. На шляхи развития птушкогадовли на Гомельщине президент звернул увагу год тому. Подчас наведывания вытворчего цеха птушкафабрики предприемства «Беларусьнафта» особенно, які размещены у Ветковском районе. Повеличить могутности по вытворчести мяса птушки вырешили за кошт модернизации цеха у агрогородку «Коммунар». Это Будакашалевский район. Работы почалися у лютым этого года и завершилися амаль удвоя хутчэй нормативных терминов. Ганна Барей працюе на птушкафабрике уже 44 годы и может поравновывать эффективность вытворчести. Если честно сказать, даже сравнивать нельзя, потому что то время очень много было ручного труда, а сейчас вы представляете сами, в каких условиях сейчас можно работать, все на автоматике. Модернизованная вытворчесть – это 4 птушники, у яких одночасово можно выращивать каля 50 тысяч бройлеров, прикладно удвоя больше, чем ранее. Отповедно повеличиваются и объемы отриманного мяса. При этом на предприемстве пропрацевали махчимые рынки сбыта. Особливая увага экспорту продукции. Крупными потребителями белорусской птицы традиционно является российский рынок. Российский покупатель знает качество нашей продукции, российский покупатель идет за белорусскими продуктами. Кроме того, это Грузия, это Армения, это Кыргызстан, это Казахстан. В начале текущего года была открыта на отгрузку в Китайскую Народную Республику. Это было 7 января текущего года. За этот период прошло 4 отгрузки на Китайскую Народную Республику. Основной продукт, который интересует наших китайских партнеров, это лапки куриные, различные части крыла. Но мы сегодня прорабатываем контракты для того, чтобы и оставшаяся, скажем так, разделка из мяса птицы уходила в больших объемах в Китай. После открытия новой вытворчести старшиня облвыканкама покидает запись у книги гоноровых гостей предприемства «Беларусьнафта» особенно и сустракается с коллективом. Працовники текавятся мерами по поддержке шматдетных семьев и развитием социальной сферы. Причем размова не только конкретно об агрогородку «Коммунар», але и Будакашалевском районе у Вогуле. Геннадий Соловей каже об реализуемых проектах и додае: мы сделаем все, как вам было комфортно. Стоит задача наращивания объема производства. Да, были потеряны позиции. Но на сегодняшний день при директивном кредитовании, при поддержке государства, мы хотим сделать все то, чтобы район опять был в лидирующих позициях. Вот сегодня мы на территории района реализуем новый проект в Андреевке, это посредством свиноводческого комплекса, кто знает. И, конечно, производственная деятельность для нас важна в том, чтобы создать условия и поднять заработную плату в целом нашему сельскому хозяйству. Олег Сюнцюров, Сергей Нигеревич, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Будакашалевский район.